Всем салам алейкум, дорогие друзья. Вот решил сегодня с вами поговорить про YouTube. Вот я уже больше года занимаюсь YouTube, вот свой канал открыл, делюсь своими роликами. Хочу друзьям посоветоваться, вот что делать дальше. Я не смотрю, вот будущее не знаю, терпеть нужно или как. Как забрать время, часы, потому что терпение как-то, ну, есть, конечно, никуда не денемся. Ну, какой вариант еще есть, чтобы быстро набрать часы и как бы побыстрее подключить монетизацию? У кого есть какие мнения, пишите комментарии. Так что вот с вами я всегда. Одну вещь я не понимаю. Вот я все как правильно делаю. Вот все честно. Ну, ошибки у всех бывают. Один раз вот видеоролик эту ночь поставил, мне вот говорят туда-сюда, вот удалили контент. Я сначала испугался, потом смотрю, нафиг мне. Пугаться, нечего терять, ну просто вот жалко, просто вот уже полтора года будет скоро, так что такие дела, дорогие друзья. Ну, я больше не повторяю другие контента, вот я стараюсь всегда, без проблем было. Ну, будем дальше идти. У кого какой вопросы, пишите. Спасибо за просмотр. Не забудем ставить лайки. Да, и кстати, у меня вот больше месяца уже 1200 подписчиков. И мы все показываем. Не знаю, старые друзья не заходят. Ну, я стараюсь для них тоже, для себя, ну, на истории дальнейшей. Ну, что-то число подписчиков не растет. А часы тоже так, как и был, так остался. Ну, так что вот нормально все, классика. Всем желаю здоровья.